кто я, чем я занимаюсь, что полезного я делаю для людей. Что? Поешь? Но работаешь-то кем? Раньше меня ставили в тупик такие вопросы. А правда, зачем? Что такого я делаю? Но стоит один раз увидеть улыбки гостей, как в порыве танца они забывают обо всем, искренне счастливы, и они точно запомнят этот момент. Я дарю эмоции. Яркие, незабываемые эмоции. Ведь музыка — это как альбом. Он хранит воспоминания, помогает запечатлеть яркие моменты и ассоциации. У каждого они свои. Это как машина времени, которая с первых нот переносит нас на школьную дискотеку, летний лагерь, песня у костра и первая любовь, юбилей тети и куча маминых подруг. Что ж, предлагаю и вам отправиться туда. Пристегните ремни. Мы начинаем наше музыкальное путешествие во времени. Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Columbia Pictures не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Как на нашем на дворе огорели фонари, были танцы, были танцы. Как на нашем на дворе огорели фонари. Уже. А сейчас объявляется медленный танец. Девочка, плачь, все пройдет весной.